Сука, дисклеймер, блядь! И в описании канала написано: тут происходит малопонятная хуйня. И, блядь, всем мозгом ребенка лучше с экрана. Ну написано же, блядь, не входить, блядь. Все равно, блядь, лезут в щитовую, их убивают током, и они все равно, блядь, лезут. Всем привет, друзья, вы на канале SkyTop Games. Ребята, и сегодня мы поиграем с вами в игру под названием The Architect Project. Или проект. В общем, скажу три слова. Всего лишь три слова. Ну, может, три предложения. Короче говоря, эту игрушку мне подарил мой хороший подписчик. Спасибо ему огромное. Вот, и очень долго-долго меня давно-давно просил снять на нее обзорчик. Ну, я такой, знаешь, без задней мысли думаю, почему бы нет, игрушка вроде бы как про динозавров, канал посвящен динозаврам, это будет достаточно интересно, но когда я зашел туда, короче говоря, все, что я увидел, это просто трэш, и поэтому я решил вот прямо-таки из первых уст записать все то, что я думаю об этой игре. Надеюсь, я никого не задел, не обидел и всему тому прочее, ребята. Это поехали. Мне кажется, что эта рыба меня прям гипнотизирует. Я вот прям на нее смотрю и прям вот в ее левый глаз, и она меня гипнотизирует. Ладно, короче, давай погнали поиграем. Что у нас тут есть? Экосистема... Или быть динозавром? Как понять, быть динозавром и экосистема? Чё за... Подожди, экосистема. Ну, экосистема, я так понимаю, это... пойти на сервера, на открытые поиграть, да? Или быть динозавром? А, быть динозавром? Так, и чё? Ни одного сервера не найдено? Да ну... Ну, вообще, по обзорам, я читал, что там вообще творится пол... Быть динозавром. Да ну за такие бешеные деньги продавать игру, да что ли совсем. Хост. Ну и чё, я создам свой хост, но... Блин, сервер. Да мне нужен этот сервер. Короче, давай посмотрим, что у нас тут есть. Карта Arandesser, Demo Map, Sanctuary, The Shore. Я вообще не понимаю, что это такое. Ну, давай пустыню выберем, допустим. Так, и чё нам тут предлагают? Чё у нас по выбору? По выбору... Там они выбор. Тут вообще ничего нет, походу. А, подожди, блядь, правую кнопку. Вправо-вверх, ты в рот. Так, давайте посмотрим что-нибудь такое более нам знакомое, да, из мира Айл, там, Бермуда, не знаю, Камара. А чё его повертеть, покрутить-то нельзя? Бать, это мне какой монитор надо, чтобы не видеть голову его? Или он у нас вот так вот... У него пол башки отрезано, что ли? Ладно. Камара. Что у нас тут еще есть? Алики. Ну, такие фигурки вроде бы ничего, но как будто слеплены из пластилина. О, вот кто там постоянно ругает Бермуду? Типа Бермуда... Ты посмотри вот сюда, и ты поймешь, что вот здесь. Так, аллозавр, ладно, хуй, макрокантозавр. Боже. Какого они на него накидали? Так. Давайте так. Так, Дейнанухус. Мне показалось, что Дейнанухус. Дейнанус. Дейна. Да. Даже язык заплетается от всего того, то, что меня бомбит прямо сейчас. Как вот можно было создать вот эту хуйню? Так, Галимимус. Так, Галимимус. Ну вот гальчик, ничего, так вроде бы выглядит такой, да? Страусенок. Галимимус хэтчлинг. Маленький прыщик. Мозики. Ой, мозики даже есть. Мозики. Слушай. Да... Чё это было? Ты посмотри. Не, погоди. Стой. Смотри. Змея, Так. Меня начинает прям-таки пугать эта игра уже.
Офтальмозавр. Неподвижная какая-то рыба, не знаю. Так, а что мы тут можем? А, мы можем, кстати, менять пол. Ну, менять пол. У нас полы-то нормальные. У нас, вон это самое... У нас плинтусами все уложено. В рот... Ой, парики, парики, парики. Чё такие... Чё это за трубы вместо ног? Слушай, тут вообще как будто ботинки какие-то одеты. Ну и хуйня так смотришь. Отвернись, ты меня пугаешь. Так, пситака. Блин. Знаешь, вот если смотреть вот на эту голову, больше похоже на шлем Дарта Вейдера, реально, да? Пситака одел... шлем Дарта Вейдера. Капец. Ой, спинозавр. Чё у него с лапами? Вот реально, вот чё у него с лапами? Посмотри. Он их так изогнул. Чё, почему я не могу посмотреть полностью его целиком? Чё за хи... Так, стегозавр. Это чё? Ох, ёперный ты театр. У меня нет слов просто. Это чё за фигура такая квадратная? Чё за балерина здесь? Так, стегозавр, хэтчлинг. Ой, тарозавр. Какой тарозавр? Трицератопс. Так, погоди, трицератопс. Вот трицератопс, я обожаю. Это мой самый любимый персонаж, да? Персонаж, любимый динозавр. Поэтому я, наверное, сейчас начну прямо-таки за него. Ой, чё за пустыня? Где озвучка? Я вообще даже не слышу ни звук шагов, ничего вообще нету. Чё за херня, блин, в натуре? Чё здесь все квадратное? Это чё за Sims? Кости тут у нас валяются. Нахера меня рядом, с костями спавнить? Я же травоядный. Я чё, буду эти кости есть, что ли? Так, чё у нас по боевке? Замечательно. Вы чё, блин, прикалываетесь, что ли? Погоди, или чё за херня? Чё тут за кость такая валяется, шлем от трицератопса? Это чё? Слушай, посмотри, да, во что... можешь превратиться, если ты игрок, то ну все тебе. Так, погоди, подожди, слушай, а мы можем бегать? Да, мы можем бегать. Слушай, не сломаться бы здесь, хотя мне уже даже на это. Сломаемся, значит сломаемся. Так, а что мы тут можем поесть что-нибудь? А как тут есть-то? Короче, я даже не нашел, как тут есть, там в меню вообще ничего нахер не понятно. Так, давай пробежимся к воде. Слушай, а мы можем... О, как... Слушай... Ой, смотри, как он входит в камень. Так, вода. О, вода вот как реализована. Слушай, супер. Мы можем плавать по ней? Мы не утонем? Ой, да ладно. Ну, хоть что-то здесь такое, хоть... Какая-то хорошая отличимость, да, от всего того, что я только что видел, и просто у меня сейчас пукан горит. Ладно. Галимимус. Стой. Да ты нахуй ты эти крылья-то свои разводишь в стороны. Давай, дура, беги. Он так, слушай, он прижал свои крылья к себе, как будто, я не знаю, он там штаны поддерживает, чтобы они с него не свалились. Чё это за реально? Слушай, ни онлайна, ни хера тут нету. Я в нее сейчас играю. Это давай, Галик, тани нахер там. Просто утопись. Давай, утопись и все. Во. Во, вот это хорошо. Так, у нас это самый, как его. У меня даже, я не знаю, у меня язык сводит от того, что я сейчас в нее просто играю. О, стегозавр, посмотри, какие у него шипы. Просто какие-то кирпичи, камни, или что это такое, блин, навтыкали ему просто в спину, и... Это, по-моему, у него на хвосте, это не шипы, это антенны. Слушай, да, это реально телевизионная антенна, вот, на хвосте. Он
звуки марсиан, что ли, улавливает, да? Какие-то инопланетные сигналы. Ну-ка, и давай, нахер. О, ёп. Он просто бегает, он просто, вот он бегает, и все, ему вообще просто на все. Лево, вправо, лево, вправо. Слушай, да какой я жму вправо, он влево бьет. Ты че, что ли? Слушай, реально, ой, это. Да блин, ты пройди ты сквозь камень. Ты что, ты не можешь его обойти, что ли? Че тут можно вообще есть? Че это за дерево? Вот это че за дерево? Реально, какой-то сорняк, я не знаю, это палка какая-то. Мне кажется. Мобильные игры, да, на телефонах, они лучше, чем вот все вот это вот, что ты видишь. Я не знаю, конечно, может быть, кого-то там расслабляет это или еще что-то, но меня это полностью напрягает. Ну а теперь встречаем царя всех зверей, всех динозавров. Царя всех динозавров в меловом периоде, вот он, да. Это петушок... Слушай, он, да, он реально похож на какого-то цыпленка, петуха, кто это? Ребят, можете кидать мне 150 миллионов дизов, я не знаю, можете ругаться на меня в комментах, но... Я реально сейчас просто офигеваю от того, что... Да ладно. Да ладно. Мы не одни, что ли? Да ладно, приколись. Слушай, по-моему, зашел игрок в игру. Она ожила. Она ожила, это трэш. Ну и... слушай. Ну-ка, давай попробуем сейчас боевку провести. Давай-ка боевочку проведем. Ну-ка. Ну-ка, стой. На Z-очке покрутиться, на Alt покрутиться. Да ладно, все что ли? Чё? Fuck you, да... Так, ну и чё? Да ладно, ты зашел на, теперь на мелком велоцирапторе? Кто это? Что это? Слушай, иди отсюда. Слушай, отвали от меня. Я сейчас тут полигон из трупов устрою динозавров, я тебе реально говорю. Так, ну-ка давай-ка. Я хочу посмотреть, как жрать-то вообще тут возможно или что? Да что ты мне сделаешь, малыш? Малыш прищал. Иди отсюда. Слушай, ты меня реально достал. А, все, я его кокнул. Он что, на маленьком велике зашел или кто это? Я даже просто не буду сейчас заходить в меню, смотреть название всех этих динозавров, потому что это, ну, просто это капердец какой-то. О, он решил зайти на стегозавре. Ну, давай. Давай, давай, ходячая антенна, давай. Давай, либо ты, либо я, давай. Я сейчас тебя в три счета, слушай. Эта игра идет против меня, я буду идти против нее. Да ладно, я даже не успел тебе еще пару укусов сделать. Ну на ком ты сейчас зайдешь, на спинозавре или чё? А как это же все жрать-то тут? Столько мяса, столько мертвых динозавров, как это все поглотить-то в себя? Мои мечты сбываются, да. Я пророк, слушай, он реально зашел на спинке, он думает, что я типа такой лошара, да? Сейчас я такой не смогу справиться, но спинозавру сейчас... Да ладно. Рекс. Ты монстр. Ты реально, слушай, можно уже ставить счет, короче. Слушай, полигон из трупов. Ну давай, заходи, уже не знаю, на атомные бомбы, либо на Годзиллу какой-нибудь. Давай. Слушай, если он сейчас зайдет на каком-нибудь мелком хачлинге и порвет мой пукан, то я просто... Реально, у меня жопу разорвет нахер. Ну? Все, по-моему, да, он думает такой, да ну его нахер. Я что, совсем, что ли, сумасшедший сюда заходить? Играть с... Он просто уже понял, что да, здесь реально трэш, и вообще не стоит сюда заходить, потому что здесь... Полностью отбитый человек сидит в этой игре и играет, в которой вообще никто не играет. Он думает такой, блин, слушай, я сейчас зайду, поиграю чуть-чуть в Sims, найду себе пару, мы поженимся, создадим семью из маленьких динозавров. Но здесь злой Т-рекс, который говорит, я тебе...
Вот, примерно вот так он это сделает. Он думает такой, типа... О, у меня пукан горит, слушай, реально. Да ладно, ты еще умеешь садиться? Сидеть? Колотить. Короче, пошел я на пицце отсюда, вот реально, вот... Я думал, это что-то будет, ну, что-то наподобие бермудки, такое, знаешь, лайтовое, интересное, семейное, но я увидел Sims. Причем еще очень зловонный.